НЛО – неопознанный летающий объект. Это объект на любом расстоянии от земной поверхности, природу которого невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла. Обычно под НЛО подразумевается явление, ассоциирующееся с компактным движущимся или неподвижно зависшим объектом, который может светиться или быть темным, издавать звуки или пребывать в безмолвии. Представленная видеозапись была получена в канадском городе Депа, провинция Манитоба. Пара местных жителей заметила в облачном небе странный объект, похожий на футуристический серебристый самолет с двумя яркими огнями. Очевидцы поспешили запечатлеть НЛО на камеру смартфона, и записанный ими ролик быстро разлетелся по всемирной паутине, приковав внимание уфологов. Жители австралийского города Тинару, штат Квинсленд, стали 25 апреля нынешнего года свидетелями весьма необычного явления. Местная семья отдыхала во время сумерек на берегу искусственного водохранилища, когда неожиданно заметила в закатном небе крупный объект, похожий на некую темную дугу. Предполагаемая аномалия зависла над деревьями на противоположном берегу озера, а позади нее клубился дым от близлежащего завода. Тем не менее, данный НЛО явно не был дымом, поскольку являлся неподвижным и куда более плотным. Житель Южной Кореи утверждает, что запечатлел недавно неопознанный летающий объект или целую флотилию НЛО, возникшую возле авиалайнера, на котором он летел в Сеул из Таиланда. По словам Лукаса Кима, в определенный момент он взглянул в иллюминатор и неожиданно увидел возле крыла самолета яркое свечение, которое вскоре разделилось на несколько скоплений серебристых сфер. Удивленный мужчина резонно схватил мобильный телефон и запечатлел аномалию на видео. Следующее видео демонстрирует причудливый объект, стремительно летящий с поверхности Земли в облачное небо. Набирающий высоту НЛО имеет овальную форму и темную расцветку, а в середине его корпуса заметно нечто крупное и светящееся. Несмотря на то, что загадочный аппарат двигался весьма быстро, он запечатлелся на записи достаточно четко. Пишите в комментариях свои предположения. А на этом пока все. Всем пока.